Больше половины россиян видят реальные успехи в борьбе с коррупцией. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Одним из свидетельств реальной борьбы со взяточничеством россияне считают громкие дела против высокопоставленных чиновников, политиков и сотрудников силовых ведомств. Лиц, обладающих особым правовым статусом, судей, депутатов, глав муниципальных образований. На положительную динамику мнений повлияли громкие аресты губернаторов и даже бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и замминистра культуры Григория Перумова. Так, 42% опрошенных убеждены, что громкие уголовные дела свидетельствуют о реальной борьбе властей с коррупцией. Правда, 47 сочли громкие задержания показательными акциями или сведением счетов и переделом сфер влияния. Еще 11% человек затруднились ответить. В то же самое время россияне постоянно сталкиваются с коррупцией на бытовом уровне, в первую очередь в социальной сфере. Именно поэтому четверть участников опроса заявили, что по-прежнему не видят результатов борьбы с коррупцией. Согласно опросу, самой коррумпированной сферой россияне считают медицину. Второе место между собой разделили ЖКХ и полиция. Отрадно, что из антилидеров выбыла ГИБДД.